Вкусную натуральную продукцию «Зари» оценили жители Гомеля, Калинковича, Речицы, Лельчиц и многих других центров области. Всего 23 зарёвских торгово-фирменных объекта снабжают жителей Гомельщины свежими, а главное вкусными мясными и молочными продуктами. На днях после реконструкции открылся фирменный магазин в Хойниках. В том, что продукцию «Зари» любят в Хойниках, сомневаться не приходится. Люди стали собираться задолго до открытия. А доказательство того, что «Заря» любит и уважает своих покупателей – полная реконструкция торговой точки. Слова благодарности от имени всех жителей района от председателя Хойницкого райисполкома Анатолия Бондаренко. Олег Михайлович, я хочу поблагодарить вас, то, что вы остаетесь, являетесь, наверное, одним из главных партнеров Хойницкого района и города Хойник. Также есть несколько здесь у вас ваших предприятий. Поэтому мы рады, и я думаю, что вы обеспечиваете нас хорошей и качественной продукцией. Перерезание красной ленточки и интрига, какой он из себя обновленный магазин, раскрыта. Расширены торговые залы, качественный современный ремонт, полностью обновлено торговое и холодильное оборудование. Магазин теперь работает по принципу самообслуживания. Одно осталось прежним – ассортимент и высокое качество продукции. Очень хорошо и интересно, все хорошо. Что вам сказать? Все хорошо. А вы раньше ходили в старый магазин? Конечно, все время ходили за продуктами. А как вы оцениваете продукцию? Все хорошо, все свежее. Мясо постоянно брала, яички. Очень нравится. Да, отлично. А чем? Что изменилось вообще? Ну, все изменилось. Фасад, вот. Ну, объемы, да, и ну как-то место больше. Да. И, ну, вообще похорошело все. А продукцию как вы оцениваете? Тоже на отлично. Покупаем только тут. Больше нигде не берем. Даже деткам маленьким, вот двое маленьких внучки, покупаем только тут. Все хорошее, хочу сказать. По магазинах я мало хожу, но на открытие пришла. Все молодцы. Все отлично. Я останавливаю свой выбор на всем курином. И окорочка, и котлеты. Особенно школьные котлеты беру каждый раз, как прохожу. Ну тут вообще красота. Молодцы. И очень красиво. И можно подойти, посмотреть аккуратно и цену, да, и все. Да. А так, знаете, как было. С одной стороны, а это очень хорошо. Нам понравилось вообще. Вот и до. Сейчас, конечно, красиво. Тогда маленький был, а это вообще красиво. Я проработал 50 лет торговли. Вообще красота. Что хочешь, то и бери. И живи, было бы здоровье. Конечно же, покупателям фирменные бонусы от «Зари». 3 кассы, 3 молочных поросенка. Уже вечером они станут блюдом номер 1 праздничного стола тех, чей чек по кассе свыше 50 рублей. Очень красиво, чисто, аккуратно все. И персоналы хорошие тут. Красивые, очень хорошо сделали. А вы постоянно покупатель? Вечный. Мне же 5 детей надо у всех обеспечиться. Всегда свежие. Здесь никогда не бывает протухшего. И вообще люди хорошие. Правильно, спасибо. Хорошие дома. А подарок? Подарок вообще? Дети ждут там. Там дети, подруг позову. И все отметим, сидим поросенка, это военно. Еще один мясной бонус по достоинству оценила Анна Маратовна. Работник торговли более чем 40-летним стажем призналась, по-доброму рада за коллег. Мне очень нравится этот магазин. Я ходила до ремонта, и теперь я посещаю магазин и будем посещать. Мы живем в старом городе Хойники, приезжаем сюда за покупками. Тут всегда хорошо. Всегда тут работают мои коллеги, когда-то мы работали все вместе. Теперь они остались, а я уже на пенсии. Но очень неприятно. Делать все, чтобы покупатели уходили не с пустыми руками, довольные и покупками, и обслуживанием. Коллектив торговой точки уверен, эта задача, особенно когда созданы все условия для работы, а реализуется продукция самого высокого класса, вполне осуществима. Красивый магазин. Будем стараться поддерживать все время такой порядок, чистоту. Ну и будем стараться для наших покупателей, чтобы магазин всегда был полный людей и делать хорошие выручки. Приятно будет людям. И нам приятно, когда у нас покупатели довольны, ушли с покупками. Мы благодарны «Заре», что для нас сделали такой праздник. Руководству «Зари».
Поэтому большое им спасибо от нас, от нашего города и лично от нас. Сегодня «Заря» – это многопрофильное предприятие, завершающим звеном сложной хозяйственной цепочки которого является именно фирменная торговля. Она формирует конечный результат деятельности. Собственным цехом переработки мясного сырья производится свыше 200 видов полуфабрикатов колбасных и копченых изделий. Тем более, что технология изготовления предусматривает только охлажденное сырье и натуральные специи. Так на прилавках появляется востребованный, качественный продукт. Но основной девиз наш – это качество, это культура обслуживания, это широкий ассортимент. Я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы покупатели нас оценили, и мы будем для них работать. Магазин, это нам достался он от предприятия рабочего снабжения. Был, конечно, он в таком плачевном состоянии. И так как наш здесь, в этом Хойницком районе, наш комбинат по производству комбикормов, здесь наши работники, Олегом Михайловичем было принято решение сделать реконструкцию этого магазина. Магазин, это сделали мы его, чтобы он работал по принципу самообслуживания. Добротный, хороший, красивый магазин на 3 кассовых аппарата, 17 человек работающих. Не стоять на месте, а искать новые перспективные пути развития. Принцип, которым руководствуется на предприятии совхозкомбинат «Заря». Появление каждого нового торгового объекта «Зари» – это доказательство успешного и динамичного развития. Ведь фирменная торговля уже давно вышла за рамки района. Фирменную торговлю мы развиваем из года в год, и как бы коллектива предприятия стоит задача где-то в каком-то районном центре год открывать один магазин. Вот этот год выпал на Хойники. В марте месяце была начата реконструкция магазина. Здесь был магазин, но, конечно, условия были не особо. А сейчас вот после реконструкции, я думаю, что вы оценили, да и покупатели уже первые отзывы, конечно, для Хойник это такой получил значимый, хороший объект, который, я думаю, позволит нам увеличить выручку где-то процентов на 30, той, что мы имели до реконструкции. Все, кто пришел на открытие в магазин, сошлись во мнении. «Заря» держит марку. Качественная продукция – такой же и сервис. Везде, будь то магазин в областном центре или в маленьких Хойниках. Вообще лозунг нашей работы – это делать комфортные и удобные условия для проживания наших граждан, наших белорусов. Неважно, в Мозыре, в Речице, в Гомеле или в Хойниках эти объекты. Главное, чтобы они были востребованы населениями, удовлетворяли их потребности. Ну и, конечно же, не надо ни в коем случае стоять на месте, а в дальнейшем развиваться и совершенствоваться. Совершенствоваться и не опускать выручку, поднятую в день открытия. Главное пожелание, которое звучали в этот день для коллектива магазина. Кстати, после обновления торговой точки, перехода на новый формат работы, ее планируют поднять как минимум на 30%. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».